Всем привет! Я рада приветствовать вас в нашем новом формате Smart Leto. Технологии зашли так далеко, что я приветствую вас сегодня прямиком из Инстаграма и показываю вам нашу новую Инстаграм-маску в аккаунте Faberlic Wellness. Ну а сейчас мы вернемся в студию и продолжим вам рассказ о новинках. Юля, привет! Привет! Сегодня все больше и больше людей ведут динамичный образ жизни. Все на бегу. Сторис на бегу, перекусы на бегу. Как при таком темпе жизни следить за правильным питанием и что вы можете в этом ключе предложить? Да, конечно, решение есть. Суперфуды. Сегодня все больше людей говорит о пользе суперфудов. И пока одни уже вовсю вводят их в свой рацион, другие до сих пор не понимают, что же это такое. Ну, возможно, возможно. Давай попробуем разобраться. Конечно. Суперфуды – это продукты с высокой концентрацией полезных веществ. Они содержат большие дозы витаминов, минералов, которые благодаря их составам усваиваются лучше, чем простые витаминные комплексы. Это делает их невероятно полезными и эффективными. Стоит учесть, что хоть суперфуды и прекрасная добавка к правильному питанию, они не заменяют его. Во всем должен быть баланс. Это важно. Это действительно важно. Дорогие зрители, суперфуды – это добавка к правильному питанию, а не замена его. Во всем должен быть баланс. Ну и какие же суперфуды самые полезные? Звезда суперфудов – это семена чиа. Так. Сейчас мы их потихонечку достанем. Семена чиа имеют уникальный микроэлементарный состав. Это настоящая кладезь полезных веществ. В список многочисленных полезностей входит белок, жирные кислоты омега-3, клетчатка, витамины А, Е и С, а также цинк, калий, фосфор, кальций и другие минералы. Источник омега-3 кислот позволяет укреплять иммунитет. Также семена чиа являются источником растворимой клетчатки. Он отлично подойдет в приготовлении завтраков, пудингов и других десертов. Ну и, конечно же, вы их можете добавлять в наши любимые коктейли Wellness. Вкусно звучит, очень прям супер. Что еще? Далее у нас матча. Насколько я знаю, чай матча – это традиционный японский зеленый чай, растертый в порошок. Он тоже суперфуд? Да, матча – суперфуд. Его традиционно используют в японской чайной церемонии. Особенности выращивания и приготовления позволяют этому напитку сохранять огромное количество полезных веществ. Чайные листочки в нашем продукте собраны прямо в Японии. Матча – мощный антиоксидант, ускоряет метаболизм, улучшает память, настроение и концентрацию внимания. Супер, супер. Далее мы поговорим о гречишном чае. Света, что ты знаешь про этот чай? Про гречишный чай. Я знаю, что он укрепляет кровеносные сосуды. Раз. Повышает иммунитет. Два. Нормализует работу ЖКТ и очищает от токсинов. Верно? Верно. Совершенно верно. По легенде, зерна татарской гречихи были дарованы Китаю во времена неурожая и голода. С тех пор бережно обжаривают семена, их прессуют, потом заваривают, и получается душистый янтарный настой. Он занимает почетное место среди традиционных чаев Китая. Напиток он напоминает по вкусу овсяное печенье и обладает полезными свойствами, о которых ты уже сказала. Далее поговорим про псиллиум, или шелуха подорожника. Он стоит рядом с тобой в голубенькой упаковке. У данного продукта есть множество названий – псиллиум, испагол или просто шелуха подорожника. Но не стоит его путать со всем известным нам растением, которое мы привыкли видеть в детстве. За это, это его благородный родственник из индийского штата Гуджарат. Псиллиум вошел в список суперфудов за рекордное содержание клетчатки для очищения организма и борьбы с лишним весом, а также как основу для безглютеновой выпечки. Наш псиллиум приезжает к нам из Индии. Класс. Он на 85% состоит из клетчатки, так, большая часть которой является растворимой. Способствует очищению кишечника от шлаков и токсинов, является благоприятной средой для роста полезной микрофлоры. Он заменяет глютен в выпечке. Здорово, здорово. Вот для выпечки это просто находка. Полезно и вкусно. Вот все, как мы любим. И правда, не терпится узнать, что же еще, что дальше. А дальше у нас ростки пшеницы.
Ростки пшеницы обрели популярность среди тех, кто ведет здоровый образ жизни, и еще до популяризации термина «суперфуд». Угу. Если вы стараетесь держать себя в форме, предпочитаете экологически чистые продукты или просто хотите сохранить молодость и здоровье на долгие годы, ростки пшеницы «Витграсс» займет достойное место в вашем рационе. Ведь этот порошок является кладезью полезных витаминов, клетчатки, хлорофилла, белков, минералов и других веществ. Знаешь, Света, чем полезны ростки пшеницы? Так, ну, улучшают работу печени. Раз, нормализуют уровень сахара и холестерина в крови. Два, нормализуют пищеварение. Все, совершенно верно. А еще это идеальный смузи-ингредиент. А мы продолжаем. И на очереди у нас пищевые неактивные дрожжи. Они являются источником витамина группы В12. Они также являются дополнительным источником белка для нашего организма, потому что содержат 9 незаменимых аминокислот. Передают солено-сырный вкус блюдам, не содержат грибы рода кандида и отлично подойдут к добавкам, к супам, салатам, соусам и другим блюдам, которые вы привыкли кушать. Пищевые неактивные дрожжи – удивительный продукт, вкус которого напоминает пармезан. Вот это прозвучало особенно вкусно. И я могу сказать, что суперфуды – это оказывается очень интересно. Честно признаться, и представить не могла, что их так много. Ну и последний в нашем списке, но не последний по значимости – это спирулина и хлорелла. Они у нас немножко в другой линейке – Faberlic Vitopolis, но все же тоже являются суперфудом. Их ели ацтеки и космонавты, о них ходит много слухов и легенд, но одно остается неизменным. Природа подарила нам еще один способ сохранить здоровье и красоту на долгие годы. Встречайте идеальный по составу и удобный по формату продукт, обладающий удвоенной пользой. Одна таблетка состоит на 50% из хлореллы и на 50% из спирулины. Продукт помогает вам поддерживать иммунитет, он является источником хлорофилла, витаминов и минералов, и обе водоросли оказывают ощелачивающее действие на организм. Юль, спасибо огромное, большое спасибо. Настолько полезный запуск и так много новинок, что, мне кажется, за раз всего и не перепробуешь. Это точно. Наш ассортимент растет с каждым каталогом, и мы понимаем, что информации по нашим пищевым добавкам просто не хватает в нашем общем каталоге. Поэтому мы создаем отдельно свой. Теперь все продукты будут собраны в одном месте в помощь вам и вашему бизнесу. Пробуйте наши новинки, делитесь с нами отзывами в наших социальных сетях.